19 октября на стадионе Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась церемония открытия первого турнира Национальной студенческой футбольной лиги сезона. В нем приняли участие команды из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого, Московского педагогического государственного университета и Чувашского государственного педагогического университета. Футбольная команда хозяев поля «Мотор Академия» впервые вышла на всероссийский уровень. Участников первой группы турнира лично поприветствовали почетные гости. Для нас большая честь, что второй спортивный университет, академия, который участвует в наших соревнованиях, Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, сегодня стартует также в наших соревнованиях. Добро пожаловать в лигу, а вам, ребята, бескомпромиссной борьбы, и пусть победит сильнейший. Спорт есть спорт, игра есть игра, всегда побеждает сильнейший, много факторов разных. Конечно, мы спортивный вуз, поэтому мы настроены, конечно, всегда выигрывать, но всякие обстоятельства бывают. И важно, чтобы ребята, в том числе из проигрышей, делали правильные выводы, чтобы потом двигаться дальше, учитывая уже ошибки. Искренние пожелания, танцевальные номера группы поддержки, болельщики за своих спортсменов дали уверенность и настрой на победу футболистов Павловской академии. Болеть за своих, за ребят, чтобы они победили, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Гордимся ими, они очень сильные. Несмотря на статус новичка, с первого матча казанские спортсмены показали лучшие результаты среди команд других городов. Никакой холод не помешал игрокам, так они обыграли в сухую Чебоксары со счетом 5-0. Конечно, приятно выиграть первую игру дома при своих болельщиках, поддержке. Было волнение, мандраж, но мы справились. В следующих двух матчах, которые проходили 16 и 17 октября, футболисты Павловской академии в упорной борьбе с москвичами и петербуржцами одержали свою победу. Первый этап турнира НСФЛ для спортивного вуза Казани успешно пройден. Всегда побеждает сильнейший. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.